8 свадеб в Сарове и 228 во всей Нижегородской области. Столько торжеств назначено на 22 февраля. И при том, что этот день выпал на вторник. А по вторникам, как нам сообщили в ЗАГСе, как правило, браки не регистрируют. Но особая дата – повод отступить от правил. Тем более и остальные красивые даты в этом году выпадут на будни. 22 ноября – это тоже вторник. 12 декабря – понедельник. А 22 декабря – четверг. Нравится такое красивое сложение чисел? Ну, мне как математику, в принципе, нравится. Ну, дата как дата, обычное число. Равнодушно отношусь абсолютно. Очень нравится. У красивых дат как минимум две привлекательные стороны. Одинаковые цифры симпатично смотрятся, например, на приглашениях и легко запоминаются. Плюс психологи считают, что для некоторых такие даты как дополнительная страховка. Подсознательно или сознательно люди наделяют повторяющиеся цифры магической силой и верят в их действенность. Принцип тот же, что и у примет. Раз цифра, пусть и надуманно, волшебная, значит, станет дополнительным оберегом для семьи. Поэтому такие даты очень востребованы. И если вы из тех, кто гонится за красивыми цифрами для торжества, забронировать особый день нужно сильно заранее. Вообще молодые выбирают дату еще за долгое-долгое время, то есть они рассудительно подходят к этому, да. И когда люди видят зеркальную красивую дату, они как бы, да, бронируют ее вот уже за полгода. Наряду с красивыми рядами у молодоженов также востребованы пятница 13-е, в этом году она будет в мае, и День семьи, любви и верности 8 августа.